Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль, у нас Kia Ceed 2017 года выпуска, у автомобиля всего лишь один владелец, значит, машина у нас с мотором 1.6 на автомате и классная комплектация, пойдемте в машинку, все с вами посмотрим. Кстати, туда же сохранилась заводская наклейка Kia Ceed 2017, и, пожалуйста, вот тут есть вид. Так, значит, здесь у нас с вами вот такой вот замечательный салон, сиденье, карты дверей в хорошем состоянии. Спереди у нас с вами такой же чистенький салон, сиденье, карты дверей, панель, все выглядит очень хорошо. Кстати, мне очень нравится дизайн панели, он красиво смотрится, чем-то напоминает дизайн Audi. Смотрится классно. Так, теперь побежали по комплектации. Комплектация здесь очень хорошая. Значит, все стеклоподъемники, они, кстати, все с автоматическим режимом. А здесь у нас с вами есть обогрев руля. Также здесь у нас с вами мультируль, очень много функций. Здесь мы с вами управляем штатной аудиосистемой. Это у нас отвечает на телефон. Так, это у нас отвечает за управление бортовым компьютером, круиз-контроль. И есть еще функция управления руля. То есть я вот переключаю. Нормальный режим, спорт режим, комфорт режим, как вам удобно. Так, коробочка у нас автоматическая. Парктроники, пожалуйста, у нас с вами есть. Дальше здесь у нас с вами располагается двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений на три режима. Чуть повыше штатная магнитола с приятным звучанием. Приятно играет музыка. И вот еще есть вот такой вот маленький бортовой компьютер. Показывает температуру и есть часики. В комплекте у вас будет два ключа. И, кстати, автомобиль заведен. Можно посмотреть расход топлива. Расход топлива у нас 7,5 литров на 100 километров. И пробег у нас 130 тысяч километров. Так что перед вами хороший, красивый Kia Ceed, автомобиль у нас в наличии. Если вас заинтересовала данная модель, приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв, вместе с вами заведем, прокатимся. Понравится машина, сможете прямо же здесь ее приобрести по системе трейдинг, в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, хорошего настроения, любви, здоровья, счастья, до свидания.